Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сейчас я хочу показать вам узор. Я так поняла, не все разобрались, я 100% не все разобрались, поэтому хочу показать подробно. Значит так, число петель набираем кратное 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и плюс 2 кромочные. 19, 20. Здесь я всегда делаю узелочек в конце. Не знаю, может кто не делает, но я почему-то всегда вот привыкла всегда здесь делать узелочки и завязывать. Первый лицевой ряд. Узор начинаем с лицевого ряда сразу же. Кромочная петля, первая изнаночная, и тут у нас далее идет 4 петли этой косы. Вторую берем, одеваем на спицу, снимаем первую, одеваем первую и поверх первой вторую и провязываем лицевой. Раз. Два. Видите, они перекинуты местами. Второе, две следующие лицевые. Берем, одеваем вторую, держим ее, снимаем вторую и первую, одеваем первую и возвращаем на спицу вторую. И провязываем лицевыми. Раз, два. Далее две изнаночные. Раз, два. И опять следующая коса. Первую снимаем, возвращаем вторую, провязываем лицевыми. То же самое, не то же самое, в обратном порядке. Снизу вторую, первую возвращаем и вторую. Две изнаночные и третья наша коса. Вот видите, пока оно выглядит так. Узор проявится уже, когда вы больше свяжете. Так, были вопросы, девчонки, как называется узор? Я не знаю, я не могу знать название узора. Если бы я знала, я бы вам написала. Но так как я этот узор увеличивала фотографию, изнаночный ряд вяжем. Вяжем по узору, так как я его вязала с фотографией, я не могу знать, как называется узор. Вот правда, я не придумала эту шапку, я взяла с интернета как бы картинку и попыталась восстановить этот узор, поэтому название я вам не скажу. Вот. Дополнительное видео снимаю для того, чтобы видно было и понятно начинающим. Я надеюсь, теперь будет все понятно. Так, изнаночный ряд выглядит вот так вот. Лицевой то же самое. Вот весь узор наш. Вторую петлю берем вот спицей поверх первой. Снимаем первую и вторую. Одеваем первую. И возвращаем вторую на петлю. Меняем их местами. Провязываем лицевыми обе. Во второй половине вторую спицу снимаем, вернее, вторую петлю снимаем сзади первой, первую перебрасываем, возвращаем вторую и провязываем. Так. Я думаю, будет понятно. Девчонки, кто новички, ну, я понимаю, что непонятно. Кто немножечко уже с опытом, тем попроще. Но если честно сказать, девочки, ну нет у меня времени все подробно снимать. Я уже как бы снимаю для тех, кто, у кого хоть какой-то опыт, и которым важен сам процесс.
Ну, по возможности, если вот так вот непонятно, я буду дополнительные видео снимать, как бы в расчете на новичков, чтобы подробнее показать, допустим, узор или какой-то. Вот видите, узор уже начинает у нас вырисовываться. Чтобы показать подробнее какую-то деталь или узор. Ну, по большому счету, в голове так много идей и планов, а времени совсем не остается, чтобы подробнее это все снять. Поэтому вы уж меня простите. Если, я же говорю, если совсем как у этого видео, я вижу, что совсем никому ничего не видно, что касается узора, поэтому по возможности буду снимать такие дополнительные видео для начинающих. Так, вот он наш узорчик, девчонки, вяжется с первого ряда. Я надеюсь, что сейчас все всем понятно. Еще раз провяжем, и я думаю, все понятно. То есть внутренние петли перекидываются вот так вот поверх внешних петель в стороны. В результате получается вот такой вот узорчик. На самом деле он простой, вот правда, очень простой, а в итоге получается очень красивый. Да, еще девушка спрашивала там, какой метраж у толстых ниток. У толстых ниток был метраж 80 метров в 100 граммах. Вот и образцы из прошлого моего видео, значит, на том образце, где толстые нитки, там был метраж 80 метров в 100 граммах. Но этот узор можно приспособить под любые нитки. Просто высчитывайте, как бы, плотность узора. Вот он наш узорчик, девчонки. Я надеюсь, в этот раз все понятно. Очень надеюсь. У меня нет опыта съемок таких видео, таких в мелком формате, поэтому я буду учиться. Надеюсь, все у нас получится. У меня и у вас. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.